Владимир Димов. У меня задача научить удару по мячу внутренней части подъема. Чуть-чуть погромче. Удар внутренней части подъема, он широко используется. Это и передачи средней длины, это и удар поворотом, это плановые передачи, свободные, штрафные, угловые. Смотря от поставленной задачи, что мы хотим, вообще существует три фазы удара, три фазы. Это у нас подготовительная, ударная, то есть основная, и заключительная часть. При первой части, значит, у нас подход к мячу, ставится нога левее, чуть сзади от мяча, перекатывается вес на ударную ногу и делается замах, бедро, колено у нас находится над мячом, разгибаем голень и перед ударом немножко носочек уводим от корпуса. Значит, это первая фаза. Вторая — это ударная. Значит, попадает. Она идет от замах. Уже носочек пошел в сторону. Проходит проводочка. И заключительная часть — это мы возвращаемся в исходное положение. Значит, при ударах тут, если у нас вот поставлены цели, если мы, нам на средняя длинная передача, значит, у нас нужным местом попасть в нужную точку. Попали по центру мяча, прямо, далеко, низом. Если у нас, например, крученый там или диагональ куда, значит, немножко от центра мяча, немножко правее, он у нас, естественно, закручивается, меняется траектория. Значит, игровые упражнения. Два человека, средняя дистанция, ну, метров 15-20. Метров 15-20 и передачи низом. Передачи низом с остановкой. С остановочкой щекой. Это уже удар у нас с подрезочкой. И второе, скажем, упражнение — это верховые передачи. То есть верховые уже тоже она пошла. Задача тренировки, ваше задание было научить. То есть вы должны создать, были то, что мы обсуждали, более сложные условия для выполнения. Получается у вас, что это был прием на месте, исполняемый с места, да, что в следующем, просто вы траекторию, то есть вы чуть-чуть технику выполнения поменяли. Техника выполнения и сложные условия — это совсем разные вещи. Вот, поэтому, ну, как для меня, то есть вы не зашли в научить. Вот. И второе, по составлению конспекта у меня поправка. То есть в задаче вы написали ознакомление и навчение. Да, то есть вы самую сложную задачу. То есть ознакомление — это у вас идет подготовительное. То есть это вы для себя сначала должны ознакомить, а потом должны научиться идти. То есть задачу вы корректно. То есть у вас только самая сложная задача. Более простую задачу вы в конспекте не пишете. Только самая сложная.